Согласно указу главы государства Касым-Жомарта Токаева, 16 октября 4 сотрудника департамента полиции Аксубинской области получили государственные награды. В числе награжденных капитан полиции Бекжан Елюсизов. В феврале во время метели он и еще один страж порядка спасли 66 иностранных граждан, застрявших на дороге из-за поломки транспорта. Самому взрослому пассажиру было 96 лет. Бекжан вместе со своим напарником помогал людям, оказавшимся в снежных заносах на дороге международного значения Самара-Шымкент. С напарником приняли решение, что нужно быстро эвакуацию провести, так как на улице стояло на тот момент минус 33 погода. Они уже 2 часа находились в холодном автобусе, можно сказать, замерзали. И нами было принято сначала эвакуировать детей. Это было 8 километров. 8 километров мы, получается, до ближайшего кемпинга организовали эвакуацию. Также к нам на помощь приехал аким Акжарского районного сельского округа. И мы на 2 машинах начали всех людей перевозить в кемпинг, организовали горячее питание. Также хотелось бы поблагодарить акима, также хозяина кемпинга «Нурай», который организовал горячее питание, пункт питания. Ну вот так вот в течение 3 часов мы эвакуировали всех граждан Республики Таджикистан. Стать полицейским Бекжан Елюсизов решил в детстве. Отец капитана полиции также является сотрудником правоохранительных органов на пенсии. По словам Бекжана, получение медали «Жаунгер Ерлик Ишин» стало неожиданностью, ведь он считает своим долгом помогать людям. Руководство Министерства внутренних дел, также руководство нашего департамента Актюбинской области уделяет хорошее внимание сотрудникам. Я благодарен, я даже и не ожидал, что так получится, что меня представят в госнаграде. Ну, как говорится, это наша повседневная служба. Мы ее выбрали. Помогать, как говорится, людям. Проводить такие вот мероприятия. Это наша повседневная, как говорится, жизнь, которая встречается по службе. Также государственная награда была вручена инспектору полиции Фархату Нурманову. 3 мая страж порядка вместе с напарником выехали в район торгового центра Кируен-Сити, чтобы предотвратить несчастный случай на реке Саздем. Но, несмотря на усилия полицейских, подросток оказался в воде под мостом и начал тонуть. Полицейский незамедлительно бросился спасать утопающего. За свою смелость и оперативность молодой участковый был удостоен награды. Я очень рад, что меня отметили, и я был удостоен награды. В тот день я выехал с напарником в район Кируен-Сити. Поступило сообщение, что подросток находится у реки под мостом. Когда мы приехали, мы начали вести беседу. Но, несмотря на разговор, подросток все-таки сорвался в воду и начал тонуть. Я, не думая, бросился за ним. Мой напарник мне помогал. Таким образом, удалось предотвратить беду. В то время я лишь думал избежать трагедии и как помочь. Я с детства хотел быть полицейским. Мне нравится моя работа. И думаю, что на моем месте любой полицейский поступил бы так же. Получение медали «Ерлик Ишин» для молодого сотрудника правоохранительных органов стало приятной неожиданностью. Ведь, выполняя свою работу, полицейский не думает о наградах, поскольку это долг каждого стража порядка помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации. Зарина Утба, Армандус Магомбетов, телеканал «Актобе».